Друзья, всем привет! Я нахожусь в магазине Доброцен. Адрес магазина будет указан в описании. Приехала посмотреть, давно здесь не была. Сейчас вместе с вами пройдем, посмотрим, что на полочках, что нового появилось. Оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Кубка автомобильная, 3 штуки, 54,50. Вот такие большие губки разных цветов, их не было. Это новиночка. Это из нового. Универсальный грунт, почва-грунт, Дубрава. Очень много его здесь. Цена 114,90. Овощерезка слайсер с насадками 979,90. Не было тоже такой овощерезки. Вот такого зелененького цвета. Вот на картиночке она так выглядит. Не знаю, конечно, как она вообще в применении. Но появились вот такие овощерезки. Кто брал, друзья, пишите в комментариях, хорошие они или нет. Влажные салфетки универсальные для всей семьи. Эконом с антибактериальным эффектом. 39,90, 100 штук. Прокладки Ола 10 штук. Хорошая вот эта фирма. 23 рубля. Коврик для сушки посуды из микрофибры 40×30. Рыжий кот. Ну, такой рисуночек. Цена 77 рублей. Самоклеющаяся пленка 45 сантиметров на 8 миллиметров плотность. 236 рублей. Тут они разные. И зелененькие, и с камушками есть, с ракушками. Вот здесь еще много ее. Скатерть 140×110 сантиметров, ажурная из ПВХ, 169 рублей. Очень красивые, смотрите, какие блестящие. Вот тут информация написана, и тут они разные. И цветочки, и разные-разные. Влажные салфетки 41 рубль, 150 штук. Антибактериальные, вот с таким вот, с такой крышечкой. Классные, тоже много. Мне нравятся такие, с вот этим, чтобы открывалось, закрыл плотненько и все. Чистящее средство Пемолюкс 36 рублей, 480 грамм с лимончиком. Вот такое недорогое. Древесный уголь 3 килограмма 109 рублей. Жидкость для розжига просто нужно вот в таких темных бутылочках с крышкой по 55,50. Отбеливатель пятновыводитель порошкообразный с кислородом без хлора. Вот такой пятновыводитель. Тут написано, как его нужно применять. Я смотрю, его разобрали. Очень мало осталось. Цена 74,50. Также появилась соль для посудомоечных машин. Защищает от изыскового налета, предотвращает образование накипи, продлевает срок службы. Вот такая большая упаковка. Здесь 2 килограмма. Цена 84,57. Также в продаже появились крышки металлические. Лакированные. 58,90 стоят. И вот они. Есть вот такие закрутки. Очень симпатичные. Вот тут данные написаны. Также есть обычные крышки. Смотрите, тут с яблочком, с разными фруктами. Вот они, очень много их. А вот эти крышки по 108 рублей. Бумажные салфетки Viva 29,90, 24×24, 250 штук в упаковке. Обычного белого цвета. Подгузники для детей «Солнце и Луна» от 4 до 9 килограмм, 78 штук в упаковке, 600 рублей.
Вот такая большая упаковка, тяжелая. Туалетная бумага, два слоя, 12 рулонов в упаковке, 93 рубля. Подгузники Baby Mom, 11-25 килограмм, с кремом, бальзамом, даже так. Вот такие подгузнички. 279,90 стоят, 32 штуки в упаковке. Пеленки одноразовые, 30 штук, 60 на 60. Также в продаже новиночка появилась, джем абрикосовый, 700 грамм, 61,50. Но тут не только абрикосовый, вот такой абрикос. Но он такой не сильно жидкий. Также клюква, вот клюква, она жидкая. И есть также клубника. Вот такой клубничный джем. Не знаю, не пробовала. Первый раз вижу здесь. Это новинка. Поэтому, кто пробовал, пишите в комментариях, кто брал. Видно, только недавно завезли. Его здесь очень много. В жестяных баночках манго дольками. С ключом баночка. Так. 580 грамм. 87 рублей стоит. Также в продаже появилась икра из баклажанов уваренных, стерилизованная. Вот так выглядит. Баночка 650 грамм, 47,10. Также новиночка, томатная паста пиканта, 270 грамм, 52,10. Очень красивая, густая, цвет очень темный. Тоже новинка, много. Посмотрите, как ее недавно завезли. Также из новинок соус томатный хреновина, 500 грамм, 43,90. Вот так выглядит баночка. Хрен с овощами написано. Он, конечно, жидкий, но такого не было. Соус томатный. Вот, как бы овощи тут еще нарисованы. Также новиночка, сахар. Рафинад, 850 грамм, 49 рублей. Вот такой кусочками. Также смотрите, друзья, напиток мультиовощной. Тонус почти 1,5 литра, 83 рубля. Тоже не было такого напитка. Всего 25 калорий. Вот такой фитнес-напиток. В составе напитка томатный сок, томатное пюре, морковный сок, свекольный сок, лимонный сок. Сокосодержащая овощная основа, сельдерей, огуречный сок, капустный сок, ух ты, лука даже сок и сладкого перца, сахар, соль морская, кислота, ну есть какие-то добавки, но подходит даже для детского питания написано. Я такого сока еще не видела. Может быть, кто-то уже брал его, поделитесь, как он вообще, овощной микс с морской солью. Вот такая новиночка J7. Также из новиночек какао растворимое 150 грамм. Для здорового питания вкусно и полезно. Лантель. Тоже не было такого какао. 28,90. Нектар Дивный сад 1 литр. Тыквенный с мякотью 42,90. Вот этот сок, кстати, я пробовала. Очень-очень вкусный. Новинка. Макаронные изделия. Пастероне. Группа А. 50 рублей 30 копеек. 400 грамм. Такая красивая пачка с окошком. Видно, что там ракушки лежат. Очень-очень симпатичная коробочка. Картонная. На коробочке написано рекомендуемое время варки 9 минут. Альденте 7 минут. Способ приготовления, ну, тут рецепт, и тут вот состав: мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта. Также из новинок знатные макароны из твердых сортов пшеницы, макаронные изделия, вот с таким красивым мужчиной на упаковке. Цена 31,40, 450 грамм. И также есть спагетти тоже.
3240, тоже 450 грамм.